друзья, с вами Денис, и мы продолжаем проходить Гарри Поттера «Тайная комната» на ПК. Вперед! Так, у нас тут открытый сундучок, и просто вперед, и время идет, так что нам надо не тупить. И где? Может, сзади или впереди? Непонятно. Дружище, куда тебя? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не. Так-так-так-так-так-так. Вперед. Иди к своим дружкам. Давай-давай-давай. Да-да-да, флипендычи, все в таком плане, роде. Давай-давай-давай. Давай. Вперед, дружок. Попробуй подзалупнуть ворожок. Давай. Но! В смысле, ты уже все готов? Так, ладно, время идет. Так, подожди, я что-то не пойму. А вот это Люмос, оно используется куда? Эй. Так, подожди. У меня подозрение, что это используется... Естественно, мой френд, мой друг. Нет-нет-нет, конфетку не проёбуй. Of course, да. Раз, два. Алахамороро. О! Давай. Амора. Амора ми, my friend Луи ми. Давай, 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 давай. Собирай все конфеточки, давай. Я ж говорю, конфетный наркоман. Так. Аламамора. Что дальше? Куда дальше? Ты можешь прыгнуть со стены на стену. О, это так соблазнительно. Оуч, my fucking shit, my friend. Оу, yeah, motherfucker. Оу. Так, подожди, а... В смысле, туда или туда? У меня подозрение, что я где-то конфетку проебу. А где я проебу конфетку? Ой. Розовые штаны. Моя ракета где-то. Мое кривое счастье. Давай. Oh, fucking no man, no bitch. I don't wanna war in the factory siege. Не знаю, что я пою, но мне как-то похуй. Давай. Раз. Жаба, два. Три, четыре, пять. Вышел погулять. Давай. Ой, блядь! В смысле? Я уебался просто об какую-то канитель, серьезно? Ладно. Гарри же все равно может себя подлечить там каким-то... геморроем, ой, точнее кремом, ну да ладно. Так, жаба и жаба, куда тебя? Опа, нихрена, давай, раз. One, two, three, four. Та-дам! Не обращайте внимания, просто лето, и хочется пить. А вот что я пью, это секрет. Ну, я не знаю, стоит ли улиты куда-то закидывать. Я, честно, не фарчу. Это просто время идет, чтобы собрать звезды. На льду, но я ни хрена жаб не подберу, да, ну да ладно. Так, мы уже за 5 минут почти успели прилично зафармиться, да? Так, памам-памам, и чё дальше? Так, опа. Ох, 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 ох. Давайте второе, блядь. Но! Жаба! Кини жаба, а ну. Ты думаешь, ты меня пугаешь? Меня пугает бывшая, чем ты. Давай. Флипенда, флипенда, флипенда. И...
Я собрала тебя, чтобы ты не видел нифига. Ну и что дальше? Что это нам дало? Вот объясните. Парам-парам. Куча чего? Куча звезд. Но. Я даже не знаю, как эту серию назвать. Вот реально не знаю. Я не Куплинов. Па-п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 а. Так, а что тогда? Что тогда? Куча жаб. Собери 4 черепахи и будет все заебись нах. Но. Звезда! По имени Солнце. Давай. Раз, 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 два. Давай. Иди вперед, черепашенька моя, ну. Опа. Забери 4 черепахи, заберу звезду. Давай. One, two, three, мазафака. Давай. Раз, раз, раз. Забираем алмаз. Давай. Флипенда. Хуймендо. Давай. Раз, 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 два. Давай. Далекий полет, давай. Тара-тара-тара. Тара-тара-тара. Давай, собирайся туда. Собираешься? Ох, ебать копать. Гарик, ты чё? Косой ублюдок. Кацаблюдок. Ну. И. Ты должен собрать был 4 черепашки. В итоге ты не собрал ни хрена. Какого хрена, Гарик? Ты чё, дебилом она? Ладно. Будем думать, что мы соберем все. Давай, Гарри, 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 не путай педали. Давай. Раз, раз, раз. В смысле? А это типа для извращенок, да? Давай. О, да. Гарри, я хочу тебя столкнуть к черепашкам. О, Гарри. О, Гарри, my friend fucking shit. Давай. Давай, 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 давай. Ой, блядь. Нихуя себе. Да ты чё, гонишь, что ли, чувак? Давай, я все звезды собрал. Молодец, Гарри. О, да. И в смысле 9 из 10, какого хуя? И где проебал звезду? Пожалуйста. Но мне, честно, уже поедрать. Так. И. Пам-пам, пара-пам-пам. И. Хочешь что-нибудь купить? Да. А что у тебя есть? Серебряная волшебная карточка. Только что из печати. Серьезно? Серебряная? 200! Я не собираюсь раздавать свой товар даром. Чувак, смысл? А что у тебя есть? Серебряная волшебная карточка. Только что из печати. 227! Отказываешься от сделки? Ну, как знаешь. Да пошел ты нахуй! 226. Чувак, ты слышишь? Да. Да? А трахнуть тебя можно, нет? Да, ладно. Чё ты махаешь? Минет хочешь сделать, да? Ну давай. Я не против, если ты так слегка так оп-оп. Будешь? Доброе утро, друзья. Напоминаю всем, у кого плохая память на имена. Меня зовут Альбус Дамблдор. Я директор этой школы. Итак... Начнем церемонию награждения Окей. лучшего факультета недели. Представитель этого факультета получит право зайти в комнату победителей. Продолжительность этого визита будет зависеть от того, насколько победитель опередит... Там, небось, групповушка по-любому. Второе место. Второе Итак, место. Что там у нас в ведомости?
Больше всего баллов набрал Гриффиндор. Гарри, тебя ждет комната победителей. О-о-о. Удачи тебе и помни. Ты должен собрать как можно больше конфеток, а время ограничено. Лучше б я больше сушек набрал, чем конфеток, блять. Оу. Оу, 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 нихуя себе, блядь, давай быстрей. Раз, два, три, четыре, пять. Пособираю, нихуя, давай, 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 Гарри, 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 не путай педали, блядь. Давай, 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 нахуй. Опа-на, давай, 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 давай. Но-но-но-но-но-но-но, собирай, блядь. Давай-давай-давай-давай, Гарри, собирай, не путай нихуя. Давай-давай-давай-давай, вперед, блядь. Давай, раз, два, три, четыре, пять, Гарри выиграет нихуя. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Собираем много конфеток, бля. Давай-давай-давай, вперед, вперед, вперед. Спартак чемпион, Спартак чемпион. Давай, Гарри, блядь. Сколько? 362, нахуй, давай. Раз, 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 раз. Раз, два, три, раз, два, три. Пособираем, пособираем конфеты, конфеты, конфеты. Давай, 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 Гарри, 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 Гарри. Давай, 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 давай. Блять. Гарри, вот ты где. Наконец-то я тебя нашел. Идем, Гарри. У нас тренировка по квиддичу. Другие команды еще спят, так что мы будем первыми. Но я даже не завтракал. Потом позавтракаешь. Бежим на поле. Окей. Мой брат рассказывал, что шерсть летучих мышей лучшая защита от травм в квиддиче. Я могу свою летучую мышь показать. Привет, Гарри. Поторгуем? Давай. А что у тебя есть? Серебряная волшебная карточка. Никогда не потускнеет. Да? Не потускнеет? Ладно. Спасибо, Гарри. Надеюсь, покупка тебе понравилась. Ну, ты бы мне сама понравилась, если бы разделась, не? Я рыженьких как раз люблю. Рыженьких люблю. Так, ладно. Давай, вот, Виктор Паук. Тан-тан, та-та-тан-тан, тан-тан, та-та-тан, давай. Алахамора. Ой-ой-ой-ой-ой. Пропустили одну, да? Ну давай, давай, давай. Давай, раз. Два. А три можно? Нет, пососи называется. Ладно. Что вы там, братья? Это Рон? Как насчет покупки? У нас... А что у тебя есть? Доспехи для квиддича. Точно такие же, как у пушек Педл. Сколько? 500! Нихуя себе! Прав, даже в таких случаях. Да пошел ты нахуй, откуда мне 500? Как, а что у тебя есть? Нимбус 2001, лучшая метла, которую можно купить за деньги. Так, 700! Правда, вы чё? У меня еще появится. Не уверен, блядь. Так, а... Может, не стоит толкаться? Ну, я тебя еще не толкал, мой друг. Я б тебе сказал, как я толкаю, ну да ладно. Другой разговор, да? Здравствуй. Хочешь что-нибудь купить? Да. Что у тебя есть? Превосходная слизь книжных червей. Снеггу такая и не снилась. 50. Отказываешься от сделки? Ну, как знаешь. Так, подожди, мне надо показать а цену. 180. Превосходная слизь книжных червей. Снеггу такая и не снилась. Так, окей. Эй, Гарри, как насчет покупки? Сегодня со скидкой. Так, нас ждет, наверное, квиддич, да? Гарри, слушай меня. В этом году мы просто обязаны выиграть кубок. Значит, нам придется тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Для начала вспомним прошлогодние тренировки. Красный мяч называется квофл. Охотники забивают... Да знаю я, блин. Давай быстрее, блин, заколебал. Можно изменять с помощью клавиш со стрелкой. Чё, блин? Чё это за фигня, я не понимаю, чё за дичь? Но!
какие стрелки, блин? А, ёбаный в рот, серьезно? Чё за фигня, блин? Ты простили вообще, капец. Но! В смысле? Давай! О! Капец. Я смотрю, наша команда уже в сборе. Тогда сыграем тренировочный матч. Уклоняйся от бладжеров и игроков соперника. Да ладно. Другой команды. Приготовься. Давай, давай. Смелее. Противник всегда готов проделать с тобой то же самое. Ага. Давайте быстрее. Чё вы тянете резину, мать твою, а? Но! Чё так долго, мать твою, а? Да пошел нахрен, чувак, блин, заколебал, но. Да бей ты его нафиг, блядь, заебал это долбоёб, блядь, давай. Но. Та-дам! Неплохо, ребята. Гарри, ты в отличной форме, а значит, в этом году кубок будет наш. А эти чё прибежали, хуй соса? Не закончили? Не-не-не-не. Не, смотрите, сюда идут слизеринцы. Откуда они взялись? Сегодня стадион наш. Ха-ха-ха-ха. Эй, да у них новые мётлы. Похоже, это Нимбус 2001. Чего себе? Да это Нимбусы. Подарок Люциуса Малфоя. Что Уизли нравится? Малфой, что ты здесь делаешь? Я теперь ловец команды Слизерин. А вам пора подумать о новых мётлах. Ваши чистометы с нашими нимбусами даже рядом не стояли. Да пошел ты нахуй. Зато ни один игрок нашей сборной не покупал себе место в команде. Все они попали туда благодаря... Пососал? От твоего мнения, грязнокровка, никто не спрашивает. Ну, фуй, ты за это заплатишь. Ага. Мне хотя бы есть чем платить, в отличие от некоторых. Рон, не связывайся с ним, не стоит. Грязнокровки. Этой презрительной кличкой некоторые волшебники награждали тех, чьи родители были обычными людьми. Между тем наступил октябрь. Ночи становились все холоднее и холоднее. А в Хогвартсе тем временем начали происходить довольно странные вещи. Гарри, следующий урок зелень. Давай поспешим. Со Снегом шутки плохи. Кабинет зелень находится в подземелье. Идем со мной. Да-да, давай. Так, это я не могу сделать. Это не могу. Ничего я не могу, да? Так, а сколько у нас зелий? Ладно, неважно. Пошли за Гермионой. Во-во-во. Да, ладно. А это что? Ничего, да? Так, подожди. Подожди. Что? Одни какие-то желешки, хуешки, блядь. Да чё за хуйня, блядь, а? Какая-то скукота. Муа! Я за Гермионой пойду, всякой ерунды я найду. О, давай, давай, чувак, ну. Пам. И все. Так просто. Давай. Но. Пам. Пам-пам. Аламарора. Давай. Квинк. Квинтикуринг. И чё? И чё это дало? Ничего не открыто. Желешками закрыто. Блядь, чё, какого хрена с желешками, а? Чё, кто хавал бубульгама много, а? О май гад. Да ладно, а я нихуя не вижу, да? Ладно. Пойдём за Гермионой.
Гермиона, подожди, меня пугают эти статуэтки, от которых я съел конфетки. Ну, паука раздавил, блядь. Ну. Опа-на. А теперь, внимание. Сегодня вы, конечно, в меру своих способностей, научитесь готовить один из самых... Бла-бла-бла. Рабыновый отвар. Рабыновый отвар. А сейчас наш знаменитый Поттер продемонстрирует, как готовят отвар. Давай, блядь. Поттер, подойдите сюда. Да? Ну давай, блядь. Давай. Давай. Этот отвар обладает невероятной... Да ладно, серьезно. Одной его бутылочки достаточно, чтобы залечить самые тяжелые раны. В этом сундуке лежат два компонента рябинового отвара. Кора рябины и слизь книжного. Моя бутылочка червя тоже восстанавливает. Возьмите. Хочешь, налью? Чё? Чё? Но. Ага, ага. Куда вы собрались теперь? Подойдите к котлу. Постарайтесь не опускать руки в зелье. Нам ни к чему не нужны примеси. Куда вы собрались, Поттер? Слушай, я хочу. Куда вы собрались? Пидарас, блядь, я хочу чемодан твой обыскать, блядь. Куда? Ты, сука, ты не позволяешь мне, долбоёб. Чё тебе надо от меня, заебал? Да ладно, блядь, заебал. Чё тебе надо от меня, куда, блядь? Сюда, блядь? Или куда, блядь? А? Куда вы собрались? Куда тебе, блядь, надо? Заебал, ну! Смотрите, как Поттер опускает в котел ингредиенты и смешивает их. Осторожнее, Поттер. Вы же не хотите, чтобы ваш факультет потерял баллы? Да. Так, Поттер приготовил рябиновый отвар. Чтобы выпить его, нажмите клавишу пробела. Садитесь, Поттер. Бля, чё так долго? Кто любит подраться или... Поебаться я хочу, блядь. Затыкается. Сами готовить себе лекарства. Но... внимание, рябиновый отвар можно готовить только в котлах подобных этому. Как это скучно, блядь, а? Такие котлы есть повсюду в Хогвартсе. Ага. Необходимые ингредиенты кора рябины и слизь книжного червя также встречаются на территории Хогвартса. А теперь запишите тему нашего урока. Как получить слизь книжного червя? Я с самого начала знал, что Снег не расскажет мне ничего нового про книжных червей. Так оно и вышло. Рон, ты не прав. Он коснулся некоторых интересных аспектов. Пойдем отсюда, пока Снег не вышел. Опять медсестра. Схватить тебя. О, да, порнушка. Что это? Порнушка, медсестра. Тот самый голос. Он звучал где-то наверху. Идем. Да, медсестра хочет с тобой поебаться, Гарик. Чё неудивительного? Она уже там вся такая голая, раздетая, Гарри. Ты чё, не понимаешь, женщин, бля? Скучно с тобой, блядь. А, миссис Чак Норрис. Медсестра выебала кота. О, да, медсестра выебала кота. И паук такой беспалевный, мне похуй. Враги наследника. Следующим будет тот, в чьих жилах нечистая кровь. Она окаменела. Почему, не могу сказать. А теперь, пожалуйста, разойдитесь по спальням своих факультетов. Здесь нет ничего интересного. Дамблдор прав. Пойдем, Гарри. Истории с окаменевшей миссис Норрис и загадочной надписью на стене переполошила весь Хогвартс. Ученики строили самые разные предположения.
Особенно встревоженной выглядела Гермиона. Гарри и Рон были уверены, что она о чем-то догадывается, но не могли добиться от нее ни слова. Гарри, следующий урок заклинания. И у меня есть идея. Насчет чего? Надо расспросить профессора Флитвика о тайной комнате. Уж он-то наверняка знает. Идем. Ладно, ладно, шоколадно. Так. Так, так, так. Опять. Какая скукота с этими статуэтками, а? Давай, чувак. Но. Варю, варю. И чё? Вот сука. Ну да ладно, шоколадно. Ну. Не туда, берега глядят. Да пошел ты нахуй, блядь. Долбоёб, блядь. Не хочет он со мной разговаривать, блядь. Но. А опять, блядь, эта хуйня, блядь. Слушай, да мне похуй, Гермиона, а, блядь. Я вниз пойду, блядь, сохраняться, блядь. Иди нахуй, блядь. Так, подожди, блядь. Так, 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 а сколько у нас очков? Ой, извини. Оказывается, я уже все распродал. А что у тебя есть? Серебряная волшебная карточка. Только что из печати. Да пошел ты нахуй, у вас, блядь, цен. Цены, блядь, как у этих, блядь, наркоторговцев, блядь, пидорас. Как насчет А что у тебя есть? Слизь книжных червей. Покупай, ее очень мало. Слушай, да пошла ты нахуй. Хочешь, но учти, это большая редкость. Да я пососешь у меня хуй, это большая редкость будет Гарри Поттера. Вот и все, блядь, заебало, блядь. Так, ладно. Так, ребята, с вами был Денис на нашем канале Казоку. Так что, если что, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем до встречи, ребята. Всем удачи. Всем пока. На связи.